Всем привет, друзья! Меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это реакция на ГГ Шоу «Поцелуй с бомжом», новая серия, и меня радует, что, опять же, на обложке я вижу Ростислава. Я надеюсь, то, что в основном опять он здесь главный герой, и я надеюсь, будет интересно, забавно, смешно и весело. Смотрим. Тогда нормально? Нет, дальше надо. Дальше? Так? Ну, да, так да. Четко, да, вообще. Это вот так или так? Определись уже? Да, да, вот так, норм, все. Говорю же. Да. Друзья, всем привет! Я вас сегодня познакомлю со своими друзьями. Я с ними 5 лет не видел, мои одноклассники, родные, короче, близкие, да? Пойдем знакомиться. Блогер, типа? Пацаны, я снова с вами. Лишка. А что снимаешь? Брат, для себя. Точно, просто бухаем. Да. Да, брат, не выложишь, ты меня останешь. Это, да. И 11 венов! Короче, да, это Рася. Рася переспал со всеми одноклассницами. Даже с Айгули. Не было такого вообще. Это Чика муж Айгули. Че ты ей дала? Было и было, пацаны. Давай, давай, мажем, столько не видимся. А помнишь, на химии у Наташки сиська вывалилась здесь. А он же еще потрогал, я помню. Она уснула, а сиська одна сторона. Наталья Андреевна была огонь. Вообще на препода вывел ее. Рася, а ты помнишь, как в 8 классе ты сказал, что за лям пососешься с бомжом? Помнишь? Да, я в 8 классе вообще конченый был, брат. Я за тамагочи готов был бомжу отсосать. Не только, блин, пососаться. А сейчас что этот лям, брат? Сейчас лям уже вообще ничего не решает. Вот сейчас за 10 лямок я бы смело с бомжом жить. Романтик есть, да, брат? А дело в том, что эти 10 лямов-то есть у меня. Что, 10 лямов? Есть. Лишка, давай так. Ты вот мне 10 лямов вот так поставишь, вот так. Потом пообщаемся, да, с кем-то. Да. Все, брат, мужик сказал, мужик сделал, я 10 лямов ставлю, ты сойдешь с бомжом, все. Че, пацаны, сегодня у меня в прямом эфире, через час вот Рася будет сосаться с бомжом. За 10 лямов все я закидываю, отвечаю. Чу-чу, брат, нахрена ты снимаешь? Да, нормально я закинул. У меня сейчас статус другой, ну че, блядь, с бомжом? Ну нахрен ты снимаешь? Короче, все, Рася, Чика. Я банк снимаю бабки. Ты находишь бомжа, сегодня Рася будет сосаться с бомжом. Нормально, что ли? Ну что за детский сад, блядь? Да ладно тебе 10 лямов, чувак. Алишка. Я тоже вообще без проблем. Популярный вайнер и актер ГГ-шоу Ростислав Ященко только что поспорил с друзьями, что поцелуются с бомжом за 10 миллионов. Это сенсация, друзья, и прямо сейчас в прямом эфире мы возьмем у него интервью. Поехали. Вы серьезно? Вы серьезно? Ростислав, скажите, у вас до этого был такой опыт, раз вы легко согласились на это? Не, ну вы серьезно? Ну что вы снимаете? Вызов да это приколом в сторис для прикола. У вас есть друзья бомжи? Да нет у меня... Ну нахрена ты снимаешь? Говорят, в 8 классе вы сделали это да бесплатно. Никого я, блядь, не делал. Ну реально, ребят, вы, ну это не прикольно. Вы готовы не прямо сейчас да, это хватит уже. Как вы потратите деньги? Пошел ты. Мы будем держать вас в курсе событий. Ася! Рася, смотри. Короче, Алишка сейчас едет с бабками, а пока знакомься, Алик. Алик, кто нахрен такой? Ты не будешь целоваться. Какой целоваться? Это прикол, от тебя воняет, блин, Чико, блин, прикол, я тебе говорю. Какой прикол? Ты что, я там все свои дела оставил? Давай тогда гони бабки, знаешь же? Время, деньги. Какие бабки, мужик, не загони. Убери, Чико. Только что Ростислав попытался отказаться от данного спора. Будет ли он мужчина и сдержит свое слово, или на всю жизнь останется балаболом, покажет время. Слышь ты, Малахов, иди дальше, прошу. Да убери его, воняйте, Дегу. А какую сумму вы хотите? Никакую сумму я не хочу. Убери, Чико, убери. Я вам говорю. Ну, короче, главные новости к этому Ростислав часу. Популярный вайнер и актер шоу «Главный герой» Ростислав Ященко до сих пор не дал комментариев по поводу спора. И, скорее всего, ушел в подполье. Будем следить за событиями. Спор, который затянулся, уже переходит все границы. Хейтеры забрасывают камнями его окно, а фанаты выходят с пикетами в поддержку своего кумира. Что произойдет в конце этой истории? Ростислав Ященко лох или мужик? Узнаем совсем скоро.
Братишка, не плачь, ты что, нормально же все было? Да без языка же ты. Да какой без языка до сих пор мы здесь? Да просто ты вот здесь коснулся. Да уйди отсюда нахер, я тебе говорю. Иди умри, бля, вообще. Что я тебя не видел никогда. Вася, брать, брат, все нормально было? Деньги где? Что? Деньги где? Брат, ты нас уже много лет, брат, знаешь, с первого класса мы вместе, брат. Ты же знаешь то, что откуда у меня деньги, ты что? Я так супал с бабушкой, с женой, что ли? Знаете, что ли? Только что популярный вайнер и актер остался без денег и запомнился на всю страну, как человек, который поцеловался с бомжом абсолютно бесплатно. Он это сделал бесплатно. О, приснится же такое. Что такое, родненька? Что случилось? Представляешь, мне приснилось, будто я сосался с бомжом, и мне не заплатили. Ой, успокойся. Заплатили. Слава богу. Слава. Давай спать. Засыпай. Только обними меня, пожалуйста. Спи песню. Спой, пожалуйста, мне. Тебе нравится дым, черт с ним. Он убивает слова. Уже разносит молва по дворам, что между нами чума. Ты можешь не ждать. Вообще. Можешь сразу посмотреть следующий выпуск Гэгэшоу на YouTube. Забавно то, что раздули с такой фигни. Эти новости, комментарии и так далее. Забавный выпуск, но короткий. Вот я опять повторюсь, главные претензии к ГГ-шоу ко второму сезону, так сказать, это то, что они короткие. А так все очень забавно. То есть, ну, можно было бы опять же раздуть все это куда больше и интереснее. Вот. И я что-то как-то пропустил. Разве был поцелуй? Нам просто тупо не показали это, да? Да. Ну ладно, пишите, как вам реакция, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр, всем пока. Check it out!